Классное видео. Это. Отдадим котят в хорошие руки. Друзья, вот просто уже необходимо. Надо раздавать их. Уже им месяц, чуть больше. Вот. И уже тут по работе немножко это накладочка. Сутки они на улице живут, а сутки в тепле. Вот сейчас 28 ноября 2023 год на улице. Вот, но им тут места мало. Когда я на сутках, я им большую коробку ставлю. А когда они на улице, там тренажеры. А когда на улице, вот маленькую коробку ставлю. Вот настелил им там тепленького всего. Но все равно им как бы тут это тесновато как бы. Разошлите его видео. Но отнеситесь как бы ответственно. Просто с прошлого раза я 6 котят с кошкой Мусей домой забрал себе. Мы вырастили 6 котят. Я понимаю, что у кого-то есть кошки, там, коты, собачки. Ну, разослать-то можно видос. Смотрите, YouTube-канал Владимир Стороженко. Там есть видосы про котят. Можете выбрать, стоп-кадр сделать, заснять. Вот, мордашки их, видите, у них отметины какие. 3 девочки, 2 мальчика остались. Вот черная девочка. А вот среди вот этих 4 одна девочка. Нет, 2 мальчика и 2 девочки. Вот, видите. Вот. Или позвоните мне плюс 7 924 123 24 44 с телеграммом, с ватсапом. Я вам пришлю профессиональный ролик на 2 минутки. Там клип такой красивенький сделан. Его как бы приятно даже разослать для вашего имиджа, для вашего авторитета. Проявите заботу, пожалуйста. 28 ноября 2023 год. Вот им как раз без одного дня месяц, как мы их нашли. Все, помогай Бог. Плюс 7 924 123 24 44 с ватсапом, с телеграммом. Плюс 7 914 974 45 45 голосом. Владимир. YouTube канал Владимир Стороженко.